Рекордс, вы готовы? Илона, готовы? Да, сейчас будем вручать призы, всякие плюшки, подарки. Готовы? Добрый день, Илона. У нас прошел конкурс «Свободный микрофон 3», где есть победители, которым сегодня будем поощрять своими призами. Наш сертификат выдается Анастасии Шатровской, 1 час записи студии МТТ Рекордс. Где она? У нее вчера был выпускной, у нее тяжелый день, наверное, сегодня нету ее. Прошу поаплодировать, она очень хорошо поет и очень себя отлично показала в этом конкурсе. Сертификат на 1 час записи студии МТТ Рекордс выдается мистеру Иксу. Где он есть? Мистер Икс. Мы ему обязательно передадим это все, он тоже занят. На 1 час записи в студии МТТ Рекордс выдается Николаю Стулову. Он здесь. Поздравляем тебя, отлично выступил. Спасибо. Мы еще тебя позовем на эту сцену. Где? Сертификат выдан на 1 час записи студии МТТ Рекордс Вадиксу. Где ты, Вадик? Своих треков. Ну, он подойдет еще. Вчера выпускной всех запутал. Мистер Икс, мистер Икс, come here. Прошу поаплодировать нашему мистер Иксу, который победил, занял 1 час студии МТТ Рекордс. Пожалуйста, приходи, записывайся. Качественные записи. Отлично поет. Сертификат выдается Наталье Дерябиной на 1 час записи студии МТТ Рекордс. Но ее вечер. Мы ей обязательно все передадим. Итак, переходим к главному, самому. Прошел жесточайший конкурс, как сказать. 10 дней длился этот конкурс, где было принято участие в голосовании почти 1900 человек, где 3-е место заняла Милана. Прошу на сцену, Милана. Где она есть? Также записи в студии МТТ Рекордс, где она может записывать свои треки. Где она есть? Она только что здесь где-то рядом была. Милана! Вся Иловля тебя ждет. Выходи на сцену, получи свои сертификаты и грамоты. Ладно, мы к ней еще вернемся. Награждается Максим Оганесян, занявший 2-е место в конкурсе «Свободный микрофон 3» по итогам голосования в социальной сети ВКонтакте. Ему также выдается сертификат на запись полноценного трека в студии МТТ Рекордс. Полноценная запись, очень качественная, которую вы все слушаете в своих автомобилях, дома и здесь, на сцене. Ну а теперь перейдем к главному. Грамотой награждается занявший 1-е место «Свободный микрофон» номер 3 Марсель ТТ Рекордс. ВКонтакте голосованием победил Марсель ТТ. Поздравляем тебя, Марсель. А также, как и объявлено было, что 1-е место у нас получает сотовый телефон с победой. Поздравляю тебя. Вот так вот. Делайте свои выводы, делайте лучше, принимайте участие, скоро «Свободный микрофон 4» в следующем месяце, буквально с 10-х числа, так скажу, по секрету. А теперь
Буквально участники покажут, на что они способны.